В арктических районах на сегодня не хватает более 300 специалистов здравоохранения и образования. Об этом сказали сегодня во время видеоконференции по обеспечению кадров в отдаленных населенных пунктах. Для исполнения плана мероприятий было решено организовать ярмарки вакансий. На сегодня в арктических улусах остро стоит нехватка кадров в медицинской отрасли. Это терапевт, лор, эндокринолог и другие. Кроме того, в образовательных учреждениях не хватает учителя начальных классов и воспитателей детских садов. Также во время видеоконференции студенты задали вопросы, касающиеся условий труда, заработной платы и обеспечения жильем. Собираем все 35 наших районов, но основной у нас вопрос стоит о том, что вот наши арктические районы будут давать информацию по тем вакансиям, которые у них есть в сфере здравоохранения и образования. У нас ежегодно стоит вопрос обеспечения именно учителями и специалистами здравоохранения в арктической зоне ВУЗов. Порядка 300 с лишним вакансий на сегодня у нас имеется, которые мы не можем обеспечить или закрыть специалистами. Поэтому сегодня мы собрали выпускников этого года, которые будут выпускаться из системы образования.